Красота, доступная каждому. Во Дворце спорта открылась 5-я специализированная выставка индустрии красоты и здоровья 2015. На ней свои товары и услуги представили свыше 50 профессиональных компаний бьюти-индустрии из разных регионов страны, таких как Татарстан, Ставропольский край, Москва и Санкт-Петербург. Основные разделы выставки посвящены декоративной и лечебной косметике и парфюмерии, ногтевому сервису и здоровому питанию. В этом году организаторами запланирована насыщенная программа, которая включает в себя мастер-классы от ведущих мастеров бьюти-индустрии, обширную конкурсную программу, фотозоны и многое другое. Так, в первый день работы выставки мастер-класс провели представители школ красоты из Саратова и не только. Они продемонстрировали, как создать повседневные и сценические образы. У нас есть расширенный курс, который включает в себя чуть-чуть из каждого направления. То есть, начиная от салонного и заканчивая креативным каким-нибудь фэшн-направлением. То есть, стараемся по чуть-чуть охватить каждую сферу. Выставка представляет интерес не только для специалистов, но и для простых посетителей. В течение 3 дней работы будут проходить распродажи эксклюзивных линей косметики и средств по уходу за кожей. Специально для посетителей выставки будут организованы консультации специалистов, визажистов, косметологов. Все посетители смогут стать участниками конкурса, победители которого получат ценные сертификаты.